Новая концепция отказа от ICO набирает популярность. Создатели децентрализованной биржи BISC объявили, что не будут проводить ICO, которые сейчас чрезвычайно популярны в криптовалютном сообществе. По словам создателя BitSquare Манфреда Каррера, хорошей компании не нужно проводить ICO. Открытый современный мир позволяет создать компанию бесплатно. Более того, биржа написала в своей белой книге о предстоящем запуске децентрализованной автономной организации DAO. BISC является десктоп-приложением с открытым исходным кодом, позволяющим покупать и продавать биткоины за национальные валюты или альтернативные криптовалюты.